Короче, выходим. 12 дня мы только выходим. Пока позавтракали, пока туда-сюда. Еще подумали, что Рус сумку потерял. Но на самом деле нашел, он ее мне вчера забирал. А думал, что она у меня. Я весь рюкзак перерыл. Думаю, ну все, а там документы, и кометы и так далее. Его. Думаю, ну пипец, потерял сумку. Но слава богу, он у меня ее забирал. Но сам этого не помнит. Красота, да? Вот каждая улочка, она вот так вот выглядит. В таком стиле. Короче, по планам, ребят. Что касаемо планов. Сейчас хотим снять байки. Ну, байки, мопеды. Возьмем мопеды и поедем. Здесь недалеко есть порт. Красивый, в этот порт хотим заехать. Еще, короче, один день проводим в этом городе, а завтра уже двигаем в город Измир, в сам Измир, потому что сейчас мы находимся в 40 минутах от Измира. В общем, итак, пошел второй день у нас, да, второй. Отдыха. Никак не угомонимся и никак не дойдем до мопедов, потому что миди, то пиво, то еще что-то. А еще я увидела, что миди прям сейчас вот они у него запакованы в пакете, то есть самый свежачок. Они до вечера будут лежать и будут есть в течение дня. Сейчас прям самый смак, самый свежак. Да, он сейчас их разворачивает. Да, вообще кайф. Так что сейчас будем свежую мидию. Так, ребят, ну вот они. Все, лимончиком поливаем и начинаем. Привет. Вот такая красота. Да, Шуль, давай, начинай, пробуй. Мне тоже снимай на YouTube. Давай. Привет. Будешь пробовать или не будешь пробовать? Да, конечно, буду. Давай. Так, капли есть, правильно, эти мидии. Берешь мидию, поливаешь лимончиком. Можно подвернуть ложечкой. Допивать. Прям так? Я все вот это делал. Ничего себе, прям вот так вот, прям и в конце вот так надо тоже сделать, как ты показала? Ну, можно. Двигаемся. Я говорю, я попробовал. Теперь вот так вот, ребят. Вот, берем лимончик. Ну, там по всему очень. Очень топчик. Знаешь, там реально очень вкусно. Смотрите, ну, я попробую, как они выглядят. Здесь вот просто мидию, например, я есть не могу, не люблю. Ни в жареном, ни в каком. А именно с этим рисом. Рис еще с перцем черным. Вообще топчик. Ну, они всегда с перцем. А? Не все, по-моему, с перцем. Так, но в итоге... Посвящаю вас, что решили. Мопеды отменили, потому что поели мидии. Никто уже не захотел ехать. У нас завтра целый день. Мы будем ездить по историческим местам. Сегодня решили все-таки опять уйти не на большой чили, уйти на бассейн. И сегодня в Инстаграме там написали вот этот вот пляж. Запомните его. Мандосол. И, соответственно, вот такие. Ой, волейбол здесь есть. Русь, волейбол есть. Да, волейбольщики играют. Короче, все так колоритно. Здесь руки, смотрите, какие сделали, да, подпорки. Что типа держит. Крышу. Прикольно. Колоритный мужик, да, такой? Ну, здесь помаднее, мне кажется, да? Чем там. Смотрите, ой, песок вообще просто, ребята. Смотрите, какой песок. Топ. Белый-белый. Кайф. Барахло сейчас положим. Просто. Белоснежный. Я еще без очков, у меня глаза будут болеть, скорее всего. Так, ну потом походим. Сейчас где-нибудь присядем. Так, ребят, забыл вам сказать, значит, вход здесь 300 лир с человека. 300 лир заходишь, тебе дают вот такой вот лежачок. Либо, ну, двухместную, либо вот такие вот раздельные. Полотенечко тоже включено, море в 2 метрах. Музычка играет, барная стойка тут же. То есть можешь заказывать менюшка вон по штрих-коду. То есть, в принципе, все удобно. Так же, как я говорил, есть волейбольчик, там я посмотрел, дальше еще есть футбольное поле. Но это... Футбол здесь, конечно, собрать, мне кажется, сложно людей. Но народу, я вам скажу, немало. Немало. Ну, достаточно... Все равно просторно, мест всем хватает, нет там пятки у носа, лежишь, кайфуешь, отдыхаешь, ну, в общем, все удобно.
Если получится, погуляю по самому пляжу, поснимаю. Просто видите, когда на пляже, люди как бы немножко жахаются от того, что ты камерой там что-то направляешь, что-то показываешь. Вон девчонки пошли к бару что-нибудь себе выбрать. Сейчас посмотрим, какая здесь водичка. Так, попытался, ребят, вам сделать обзор, но слишком много людей обращают на камеру, и я поэтому не стал это делать. Сейчас пришли на обед, цены сейчас покажу. Причем вот здесь пляжная зона, да, там вот Эгейское море получается. Эгейское море, кстати, прохладное, сейчас оно 23 градуса, а это достаточно прохладное море, то есть зашел, окунулся и вышел. Но в знойную жару это то, что надо. А здесь у вас кафешка, то есть музыка, я не знаю, слышно вам или нет. Во всей зоне раскиданы вот такие вот колонки прикольные. Сейчас убираем вот так вот аккуратненько. Здесь столовая. Но столовая — это просто ресторан вот в таком стиле прикольном. Все сделано. Кстати, цены. Хотел показать вам цены. Цены. Я думаю, вы можете сами зайти и посмотреть цены, я имею в виду доллар к лире, чтобы понимать, да? Вот, например, по макаронам, по паста болонез и так далее, 185, короче, округляем, 200 лир, пицца у нас получается 95 лир, 165 лир, разное, пиде, знаете, да, что это такое, кто следит за моим каналом, тот видел, я неоднократно покупал пиде, это турецкое такое блюдо, очень вкусное, значит, пидешки здесь 110, начинается вот с 110 лир, вот, татлы, тоже вкусная тема, 155 лир. Ну, в принципе, я говорю, цена для курортной зоны достаточно хорошая. Вы посмотрите, здесь просто энергетика такая прикольная. Еще вот этот ветер поддувает, смотрите, идет прилетели. Бомбический, просто кайф. Просто колоритно настолько, вот я не знаю, дизайнер тот, который создавал это все, просто гений. Настолько все прикольно придумал, что... Просто вроде кажется, ну, что-то такого, лежаки и так далее. Нет, а здесь все вот гармонично и интересно. Здесь тоже барчик, там диджей. С правой стороны лежаки и как и небольшой барчик, чтобы далеко не бегать. И там вся пляжная зона, тоже вся в лежаках, прям в море. Кайф. Слева, что я заметил, что вы видите, горы невысокие. То есть, вот вы видите, холмы. Даже не горы, а холмы, наверное, больше. Можно обозначить горы. Вот это холм. И с той стороны, смотрите, небольшой холм. Там зелень. Зелень, вот этой зеленью утопают виллы. Очень красивые виллы. Ну, а я заказал себе... Не я себе, а мы себе заказали всей компании суши. Сейчас принесу, будем пробовать. Он... Руслан побрился, сидит довольный, посмотрите на него. Видите, довольный, бритый, видите? Все побрился, говорит, я себя не представляю, говорит, с волосами. Вот, ждет. Вот здесь диджей и тусня.
мы двигаемся домой, от Руська. Вот тут танцы начались. Танцы танцуются. Так, просто в кафе раз и начали танцевать. Идем. Вот, вот еще одна танцовщица здесь. Тихонько, тихонько, тихонько. А просто, они просто встали танцующими, да? Да. Так, короче, дядя говорит, тот, кто... One. А, ты будешь Диан? Да, конечно. А, ту, Аби. Экитаны. Я не уверена, но надо. А смотрите, что делают, а. Короче, тот, кто пил алкоголь, он говорит, сейчас я вам сделаю коктейль, от которого... Я не буду. От которого, говорит, вы сразу протрезвеете. Значит, соленые огурцы, соленая капуста, соленая еще какая-то штука, я не знаю, тоже, наверное, похожа на капусту. Да. Это что, капуста, да, красная. И здесь все у него прикольно. Такие вот квашеные всякие темы. Перец. Да, так, он добавляет, это вот такой коктейль у него. Он добавляет капусту. Огурчик вставлять раз, огурчик два, огурчик три, огурчик четыре. Так, как вам такое, лимон, друзья? Это антипохмельный напиток. Да, да, да. Все, приплыли. Четыре. Значит, лимончик добавляет туда. Потом добавляет туда что? Еще что-то. Вилочку дает. Еще одну вилочку. Просто вода. Я чувствую, что меня наебали только что. Так, нет. Вода? Это... Нет, рассол. Это рассол или еще что? This is water? No water. Аджи. Это вам? Я боюсь. Вот это я стольная. Я бы хотела, чтобы мне налить ТПС. Не-не-не, подожди, это не вода даже. Аджи. Нет, вот это не надо. Надо все, надо. Нет, мне не надо. Есть. Я боюсь. Я не просто, я боюсь. Так, девчонки, интересно мне, кто из первый из вас на горшок сядет? У нас очень дорогие стены, очень. А ну давай. А ну давай пробуй. Держись, Дени, я тоже на мой инстаграм. Значит, коридрей, маби. Давай, раз, два. Пробуем. Ну, и что скажем? Прекрасно. Это как нельзя. Рассол. Да, рассол. Рассол из огурцов. Нормал. Рашен. Вообще. Нашел чем пугать. Да. Рассолом.